мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники. Новогодняя распродажа. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Ну что, друзья, мы с вами продолжаем наш дневной эфир последнего дня Нового года! О, куда тебе понесло? Какого Нового года? Он ведь не наступил. Мы пока провожаем старый Новый год. Ну, конечно, конечно же, друзья, последний день Старого года на Планк-ФМ! Ну что, что мы пожелаем нашим... Да, Вадим Владимирович? Здравствуйте. Конечно, все в порядке. Да, везу вашу красавицу. Сами понимаете, на дорогах ад. Ну, то есть Новый год. Ай. Да отстань ты. Нет, это я не вам. Вадим Владимирович, честное слово. Сейчас отдам предыдущий заказ и сразу поеду к вам. Окей? Ну, может, даму пропустить, а? Спасибо большое. Почти вовремя. 31 числа, опоздание на полчаса, за опоздание не считается. Ручка – подарок. Спасибо, не надо. Своя есть. Весело у вас. Секретный Санта, угадай, кто подарил тебе подарок. Очень сближает команду. Находимся на том самом месте, где на днях Игорь Демчев, неоднократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам, возвращаясь ночью из клуба, не справился с управлением, протаранил встречную машину и врезался в стол. Вадим Валентинович, извините, небольшой форс-мажор у меня возник. Но я уже на финишной прямой. Я думаю, что минут 40, и мы с елкой у вас. Водитель пострадавшей машины, по нашей информации, это малоизвестный блогер Евгений Фискин. Ну, прямо точно успею. Фискин. Ну, максимум 3:30. С травмами был доставлен в больницу. Сам гонщик не пострадал. Он что-то сказал вам, предлагал? Он предлагал вам деньги? Гаденыш, он, блядь, бухой был. Говорят, что не пил, хотя кому сейчас в этой жизни можно верить? Ага. А если у меня водка из багажника пропала, я их точно засужу. Ой, простите, а какой у вас номер? сюрпризы. Так надо отвечать на телефонные звонки. Привет, Катюш. Мам, ты же знаешь, что я не праздную. Вообще не ем после 6. Шведские ученые доказали, что это вообще все чушь.
А потом, прости, для кого ты худеешь? Для пих своих? Они хотя бы не пытаются меня манипулировать. Да, я люблю грязь. Но... Бардак в доме, бардак в голове. Бардак в голове, бардак в жизни. Ты шведские ученые? А ты знаешь, тут шведские ученые не нужны. Посмотри, во что ты превратилась, а? Все от кого ты прячешься. От кого ты прячешься? От нас? Смешно. От себя. От нас, девочка, ты не спрячешься. Андрей, неуместно. Согласен. А где это волшебство наше? Мам, ни от кого я не прячусь. Прячешься, торгуя своими бессмысленными папоротниками. Катя, ты лучший пиар-менеджер. Лучший пиар-менеджер 2018 года. Не знаю. Кому рассказать, не поверит. Мам, ты и так уже всем рассказала. Так, давай, давай, на, держи. Давай, давай, помогай мне. Владельцы гоночной серии, на которой все будут ждать выступления девочек. 2 года уже прошло. Твой Пашенька твою Аринку уже 100 раз бросил. Другой себе нашел и тоже ее бросил. Да он, небось, весь офис ваш поперебросал. Мам, ну хватит! Ну, так, нет... все, тихо, тихо, все. И что, будь выше, не отвечай. А я вообще молчу. Ну, вот и хорошо. Дай ребенку переварить. Да вы что творите? Подучайте, елки, смотри, одна, вторая. Вот, я же закрепил там. А ты вот про нас вообще подумала, а? У всех кругом семьи, внуки, все вот это вот. Ну, а мы? Ну, что мы? А? Андрей, не время сейчас. Я спросил просто. Ой, Катя, а помнишь, я тебе рассказывала про Мишу? Ну, Мишка, племянник вот этой моей, Юдиф Яковлевны. Между прочим, он тоже, ну, какой-то там чемпион, чего-то там, почему-то там. Андрей, а? Скажи, а что ты застыл, а? Иди одевайся. Да-да, иду, иду. А что ты уже-то... Слушай, Катюш, он такой парень чудесный, а, красавец, аспирант. Повезло. С одной стороны, я понимаю, что он, может, не совсем твой коленкор, но с другой... Чувствую, что надо как-то вот начать. Мы ему сказали, что у тебя Wi-Fi тормозит, надо немного ускорить. Слушай, а где наша елка? Подъезжай. Ну давай, забирай ее скорее, ну что ты копаешься? Давай, давай, все, доченька, с наступающим тебя. Он уже на подъезде. Что? Что? В смысле на подъезде? Мам, пап, что происходит вообще? С наступающим, вас, дорогой, с наступающим. Да закапывайся ты. Считай, что это скорая помощь. Катя, реанимация, так сказать. Мам, так не делается! Ай, с наступающим, соседушка. Привет, Джоник. Напоминаю, тебе у нас есть ключ. Да? А свечки у тебя нет? Какой свечки? Постоять, подержать! Дед Мороз! Санта-Клаус! Я не знаю! Елупуки, наконец! Ну, кто-нибудь! За что мне все это? Кто-нибудь, пожалуйста! Помогите мне. Очарование. Ой, Миш, вот это ее окна.
чай. Привет. А у тебя на шатыре есть? На шатыре? Что, кому-то плохо? Да нет. Кому-то наоборот, слишком хорошо. Ой, извини. Я молчал. Митя, ты опять что-то разбил? Ты на шатырь нашел? И с кем ты там разговариваешь? Нет, нет. И с Катей. С какой еще Катей? Свет, на этот раз я, прости, обещаю, куплю такой же. Да забей. Это корпоративная рухлядь. Ешь, ешь. У меня таких три. Уже два. Джоник, смотрю, рано начал. Не говори мне просто о нем. Камон! Вот, идиот! Ты представляешь, у этой звезды Мишлены родственник прилетает. Двоюродный из Чикаго. И он уже полчаса должен как в аэропорт ехать. Его встречать. Ну, пиши ему СМС, чтобы он такси брал. Простите, а вот это так и должно быть? У всех Новый год, как Новый год. А у меня, как обычно, ни подарков, ни салатов. Весь день клиентки. А вечером прямой эфир в заряде. Да еще и муж безответственный идиот. А теперь мне надо еще успеть в аэропорт встретить этого дядю из Чикаго. Простите, а это что, вот так должно быть? Свет. А может, я вашего дядю встречу? У меня просто как раз 2 часа свободных есть. Правда? Он за кем-то на лестнице подглядывал. Так! Мам, ну я же не специально. Ну, сейчас приберу все. Все хорошо, Новый год. Умоляю, забери с собой, а? Я мужа чуть не прикончила. Не дайте ты убийцей стать. Тетя, ну можно я домой поеду? Пожалуйста, у меня турнир по доте. Через 2 часа. Не доче, до-те. Забейте. Нет, вашей смерти я не хочу. Не сиди, сиди, милок. Коврик новый. Нет. Мишенька! Я перезвоню. Ты здесь, дорогой? Ничего, ничего. Не переживай. Не открывает. Наоборот, дашь возьму. Да? Здравствуйте. Наступающий. А, спасибо. А сколько дядя прилетает? Мама говорила в 5. Можно на сайте посмотреть. Ага. Только я телефон дома забыл. Возвращаться не буду, жизнь дороже. Ну как поспеем, если уже 5:30? А? Что делаешь?
сосредотачиваю, чтоб успели. Видишь, сработало. Фига себе. Со светофорами тоже сейчас решим. Ок. Слушай, ты не мог с такими талантами дать из аэропорта прям домой? Нет, над этим я еще работаю. Что творить ты? Глаза есть вообще, нет, Шумахер? Куда едешь-то? Ты смотришь или нет? Что, права купила? Что делаем-то? Видишь вообще, куда едешь или нет? Во-первых, вы мне не тычете. Во-вторых, смотри, что вы наделали. Мы и наделали. Вы вообще в своем уме, что ли? Вы едете, у вас помеха справа. Не важно здесь, какая это справа. Вы видите, что с моим другом сделали? У нас чуть инфаркт не случился. Ой, да что вы говорите? Какой у вас нежный друг? Слушай, поехали. Слушайте, у меня друг какой да, надо, друг. Пожалуйста, поехали. Там ничего нету, ничего нет. Тихо. Что, надо меня? Так, спокойно. Спокойно, братан. Давай разойдемся без ножевых. У вас каска есть? А вам какое дело? Есть у меня каска, нет у меня каски. Вы купили правый тачек 5-литровых. Думаете, вам все можно? Да, атмосферу засорять, пробки устраивать, нормальным людям зеркала сбивать. Понятно. Ну, хотя бы ОСАГО тогда. Вопросы тупые задавать! Что вообще о себе думаете? Вы в капюшонах! Если вам надо, вызывайте ДПС. А мы торопимся. Нас дядя ждет. А это что было-то? А как он выглядит, этот ваш дядя? Не знаю. Что значит не знаю? Я его не видел никогда. Что? Так, не отставай. Ты какой-то двоюродный брат папы. Знаю только, что он с бородой и очень не любит, когда кто-то опаздывает. Понятно. Мы сами в шоке, что он к нам приезжает. С бородой говоришь? Hello! Hello, dear uncle. Америка, Чикаго. Oh, yeah, from Chicago, yeah. Right. Great! Так, давай, ладишь его, бери чемоданы. Sorry? Hurry up! Free parking, 15 минут, go! Where are we going, comrades? Ha-ha, home sweet home! What? Michael! Honey! What's happening? You crazy girl! Don't touch my husband again! I really have no idea what you have no idea. I know all your ideas. Go! Hands off my bag! Так! Hands off my chicken! It's my luggage! Sweetie, it's just a kid and a pretty girl. Every time. Some pretty girl. Okay, fine. Not a pretty girl. А у вас дядя что это? Ладно. Анкл? Brother of Johnny Q. Анкл of Boy. Sorry, we are a little late in New Year traffic jams. Welcome to the homeland of Pushkin, Tolstoy, and Dostoevsky. Yeah. We go in car.
Чарль. Ну, правда, прости. Не могу я все это. Давай домой, надо выдохнуть. Ну, выдохнешь в самолете. А потом снова отдохнешь. Но уже в Монако. Хорошего, теплого, солнечного воздуха. Ну, моськи сверкнешь на присухе. Пречь пламенную скажешь. У тебя, кстати, текст во внутреннем кармане. А я... Ты меня слышишь? А я поеду решать твои проблемы с США. США? Твои рекламные контракты США. Шины, шампунь, алкоголь. Их приостановили, дружок. Так что, если что, мы с тобой не расплатимся. Поэтому я тебя прошу, давай в ближайшие 3 месяца без Б. В смысле? Без бухла. Да не бухал я, трезвый был! Ну, конечно, а столб сам тебе под колеса бросился, да? Надо было у него промили, кстати, замереть, да? Послушай, пошел ты. Все? Братан, ну перестань, я тебя прошу, слушай, ну прости, ладно, стоп, прости, реально. Ну, правда, я сам нервничаю. Ну, мы ему дали лучших врачей, лучшую больницу. Что еще мы можем сделать? Отобьемся от хайпа, а там решим проблемы с своей репутацией. Жаль. 15 лет бесконечных гонок. Я устал. Ну, разве ты не видишь? Да я все вижу. Только спонсоры, боюсь, этого не поймут. Давай отобьемся от аварии, а? И все решим, я тебе клянусь. Я обещаю. Паспорт где мой? В сумке. Анкл, sorry, we're late. New year, car's blocked. Что, не первый немецкий, да? Лучше помогай. How was your flight? Was it good? Анкл, Кай! Ну, наконец-то, вы где? Света, дядю встретили. Идем домой. Какой дядя, Кать? Наш уже минут 15 как сам добрался на такси. А главное, я вам обзвонилась, а ты трубку не берешь. О, выседает. Царь Мидас и Breaking Bad в одном лице. Как у вас-то, Кать? Just a mistake. Mother, uncle. Already. Ah, no, 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 no. No, don't. Don't, don't. No, no, no. It stays here, stays here. Very great story. Have a nice evening. Have a nice evening. Все. Все. Пойдите, следующий. Очки и капюшон снимите. Да он-то эти говорю. Гонщик, фигонщик. Водить сначала научись. Ну а чё, все правильно. Кто-то на Новый год в больничке, а звезду на юга. Проходите. Следующий. Я прошу прощения, спасибо. Так, или туда, или обратно. Не хочу домой. Сейчас вернусь, снова припрягу что-нибудь делать. Мама опять орать начнет. Я же старший,
Старшие дети для чего нужны? Чтобы на них орать. И единственные, кстати, тоже. Может, я наколдую, чтобы мы еще куда-нибудь съездили? Нет, даже не вздумай. С меня на сегодня хватит. Гады! Ну что, чемодан? Почему не берете? Простите за неудобство. На подъезде авария серьезная. Сюда вообще никто добраться не может. А наши машинки все уехали. Понятно. Попробуйте поискать каршеринг. Вдруг найдется. Каршеринг. Час назад прилетел. Не успеем, сам знаешь, что будет. Ну, прям глаза мне открыл. Скажите, а правда, что Демчик уже улетел из России? Так, девушка, а я откуда знаю, что с ним делать? Заявления о пропавших не поступали. По сводкам он не проходит. Я не знаю, позвоните в посольство, пусть они разбираются. Большое спасибо. И вас наступающим. Парни, уходим. С бородой и чемоданом? Из Чикаго? Мы встречающие. По радио можно обидеть? Или он, может, как-то через другой выход ушел? Угу. Уехал. Телефона твоего. Ну, просто супер! И как мы, интересно, в посольство позвоним? Могу одолжить? Опять вы? Вы что, нас преследуете, что ли? Получается так. Надо? С какой целью вы нас, интересно, преслед... О! Отлично! Из-за вас я палец покалечил. Извините, не углядел. Игорь, ну, мне, конечно, до свадьбы заживет. Ничего страшного. Очень смешно. Да, да, неудобно получилось. Помогу? Вы знаете, я вас преследую с определенной целью. Мне в город очень надо. А у них с такси какая-то беда. Подбросите? Ну, воспользуйтесь аэроэкспрессом. Поездов боюсь очень. С какой стати мне вас подбрасывать? Во-первых, вы мне машину покалечили. И скрылись с места ДТП. А я, знаете, я пальцами расплатилась. Так. Спасибо за коляску. Мить, в машину. Послушайте, девушка. Екатерина. Екатерина. Мне, правда, очень нужно домой. И мне кажется, я вам еще пригожусь. Здрасте. Ладно. До центра Москвы в качестве компенсации за царапину. И без глупостей. Я... Thank you.
надо. Чемодан? Он уйдет. Не уйдет. You have reached the embassy of the United States of America. We are closed for Christmas and New Year break. Your call is very important for us. Please call back as we reopen on January 8th. Что? Что там она сказала? Christmas open, что? Закрыто до 8 января. Ого, сколько у тебя комментов в ленте. Дай сюда. Закрыто, значит, да? Мы еще посмотрим. Это бесполезно, у них Новый год. Нет, они не у них Christmas. Hello? Екатерина, это бесполезно. Так, знаете что, Екатерина, давайте без комментариев, окей? И мы с вами договорились до центра? Это центр. May I help you, ma'am? Вас. I'm listening. Hello? My name is Екатерина, and I want to make a statement. Here is your citizen here, American, lost. We have no inquiries of lost American citizens. Кать, давай лучше я. Are you sure he's from the United States? Что прохрипел? Уверена ли ты, что он из Америки? А ему вообще какое дело, уверена я или не уверена? Так, скажи ему, что я не уйду отсюда, пока кто-то не выйдет и не посмотрит на нашего дедушку. Или чтобы начальник своего позвал. Так, я сама. Who's on duty today? Sir? Кать, идет. Who's on duty? Hello? It is a protected state territory. I'm authorized to use the arm in case of illegal interactions. Do you understand? No photos, please. Is this your car? My car. No photos. Stop, sir. Stop. What's the problem? This is your last warning, or I'll shoot your head off. Whoa. Sorry, Кэп. Go. She has not had at all. We are down. Послушай, тебе проблемы нужны, а? Да вообще какое дело? Нужны мне проблемы или нет? Мои проблемы, не твои проблемы. И вообще это центр. Я помню. Кричать не надо, я сумку взял да пошел. Пока. Ну что ты так с ним? Вроде нормальный, помочь хотел. Все они поначалу нормальные. Вы тоже, блин, no photos. No photos. У нас тут свободная страна, у нас вообще-то фото. То у вас там не фотос вообще. Вот она, привычная клетка блокнота. Пляшут ноты в плеере, недоступен сотовый. Вы вообще печетесь о каких-то своих гражданах? Эй! А все идут мимо. У всех, наверное, планы. Курортные программы, курортные романы. Детективы, мелодрамы. Загоревшие дела, сгоревшая плечи. Домашние вино, рано, мерды, замено, шорты. Мэйдэй! Катя, живой! Ты как голова? Может, ты меня сразу грохнешь, чтобы два раза не вставать, а? Живой. Так, надо проверить мозг. Смотри на палец.
Что ты делаешь? Вдруг затряс. В машине есть такая штука, как ручник. А? Все в порядке. А дядя? А дядя? Живой. Живой. Вот это везение. Это я не вам. Ясно, спасибо. Ну что, эвакуатор едет? Да нет, 2 часа минимум. Какие другие варианты? Ну что ты хочешь? Новый год. А это ты сейчас... Так, нет. Вот серьезно. Даже не начинайте. Так, любезный, без обид, это ему не надо. Мы же культурные люди, в конце концов. Ну, правда. Я вообще-то тоже есть хочу. Так я с утра ничего не ел. Предлагаю сгонять на Тверскую. Там, говорят, очень крутую ярмарку открыли. Исключено. Дедуль, let's go to Тверская. It's great. Митя, никакой не great. Great. Митя, серьезно, какая Тверская? Митя, вернись. Кать. Тверская. Я машину не оставлю. Хорошо. Turn around. Так. Малой, ну-ка дай порулить. Окей. Сейчас я тебе покажу, как надо гонять. Но у нас есть только полчаса. Догоняй. Вы меня слышите вообще? Что же ты наделала, зимушка зима? Игорь, посмотри, пожалуйста, вы кладушке звонили? Да не звонили. Да ну ладно, расслабься ты. По-моему, неплохо старый год проводим, да? Ага, расслабишься тут с вами. Осторожно с дядей, Мить. Митя, держитесь рядом. Ладно. Русская зима. Подходим. Блинчики горячие. На здоровье, с Новым годом. Блинчики горячие. Кэт. Дядька жалуешь. Очень вкусно. Я надеюсь, я скоро поем дома. Смотрите, Катя, разве он не... Митя, сын моей подруги. Слушайте, а может, путешественники во времени реально существуют? Конечно, да. Нет. И может, тогда наш дядя на машине времени к нам из прошлого перенесся? Вполне может быть. Подходим. И, видимо, машина времени не сильно меняет вкусы. Да, Леонидович, все, нашли ее, да. Да, буду должен. Давай, на связи. Слышь, батян, тепло еще. Далеко не ушли. Руку убрал. Лимузин продан. Где они? А можно я дяде покажу карусели? 2 минуты, не больше. Прикольный пацан. Да. Очень самостоятельный. Да. Здравствуйте. Это книга моего детства. Обожала, когда папа мне ее читал. Да. Ох уж эти женщины. Они никогда ничего не делают наполовину и судят по всему со всей решительностью. У тебя встроенный поисковик? Или ты пикапер-библиофил? Нет. У меня просто была такая же. Здорово. Молодые люди, не желаете ли предсказания на Новый год? Так... Ой, нет, спасибо.
Ну что, попробуйте. Ты боишься, что сбудется? Ой, а ты не боишься? Давай. Пожалуйста. Так. Я не люблю громких слов. Пусть лучше тише, но ближе. В чем смысл? Это так не предсказание. Давай еще. Ошибка. Давай, давай. Скоро ты станешь наркоманом. А я твоей дозы. Это отвратительно. Ничего личного? Так, подожди. У входа внимательно смотрел? Да. Тебе с горчицей? Ты их специально подмешал, да? Нет. Только тебе такие выпадают. Спорим? Ну, у меня там что-то есть. Позвольте. Молодой человек, хотите предсказания? Привет. Привет. Давно не виделись, Кать. Как дела? Все супер. А мы вот тут Старый год провожаем. Да, мы тоже. Ариш! Пошел! Мы тут живем неподалеку. Смотри, что нашла. Павел. Можно просто пошить. Христофор. Можно просто Христофор. Бип-бип, дорогу. Дайте, пожалуйста, рублей 500. Там такая штука. Дедуля хочет коляску красить. А углазался-то весь. Посмотрите на него. Это наш старшенький. Да. Держись. Хотя, все что. Держись. Гуляй на все. Спасибо. Спасибо. Не упади. Кать, я... Ты же знаешь, что... Так, там... Дедуля наш заждался уже с коляской, с младшеньким. Угу. Христофор, у вас лицо знакомое. Вы ошиблись. У меня просто лицо такое. Распространено. К Новому году. Все будут. Пойдем, пожалуйста. Пойдем, дети ждут. Приведут, мне тут только беспорядок наведут. Вот это с вас 400 рублей. За что? Эх, веселый праздник, Ваня! Ох, веселый! А что ж за праздник-то? Да как? Это же Новый год! Почему случайно, выйдя на улицу в 12-миллионном городе, ты встречаешь именно тех, кого ты видеть вообще не желаешь? Москва — это деревня, просто большая. И да, я понимаю, что все это неприятно, особенно под Новый год. Неприятно? Ты в Новый год? Серьезно? Ты прям какая мама? Я просто хотел снизить градус драмы. Вот и все. Это не драма. Это неприятно. Это, знаешь, это... Моя лучшая подруга увела у меня жениха на глазах у всех, всего офиса. Знаешь, все видели их этот дружеский флирт у меня за спиной. Я одна как дура. Пашечка, он же не мог. Пашечка не такой, Пашечка. Дай мне телефон. Дай мне телефон, позвоните. Да. Сейчас, подожди. Держи. Алло.
Ничего не говори. Мам, это я была бабкой лифта. Да, это я удрала соседки мальчика. Доча! Доча, ты в порядке? Да, пап, в порядке. И приводите вашего Мишу или Гришу, или как его там зовут. Я скоро буду дома. Все, Катюша, целую. Целую и звоню Юдит Яклине. Угу. Ну-ка, все вместе! Слышь, батян, тут я такой. Так, мышка. Чего? Вот туда. Чтобы жить, работать ярко, я принес для всех подарки, правильно. Кать! Катя! Митя, мы едем домой. Как домой? Почему? Мне же еще пожелание в руки Деду Морозу надо отдать. А то я насчет письма не уверен. Мама, конечно, сказала, что отправила, но она даже из дома не выходила. Ты его видела? Кого? Деда Мороза. Он же реально настоящий. У тебя есть ручка? Мить, твои письма ему не доходят. Поэтому я и хочу прям в руки лично отдать. Мить, ты не понял? Настоящего Деда Мороза не существует. И чудес не бывает. Не бывает, понимаешь? Все письма, которые ты туда отправляешь, не доходят. Катя. Даже тебе что-нибудь выдадут или какие-нибудь подарки под елку положат. Катя. Все эти сказки взрослые придумали, чтоб ты вел себя хорошо! Катя, объясни мне, что ты делаешь? Нет! Стой! Если тебе сделали больно, это не значит, что нужно делать больно другим. И вообще, я считаю, прежде чем кому-то помогать, нужно сначала разобраться с собой, Катя. Да что ты говоришь? А ты прям такой идеальный, да? Ты все знаешь, как надо, как не надо. Мистер идеальность такой, да? Все. Подержи, пожалуйста, я потом добью. Скоро вам. Так, это сейчас не в тему, убери. Сюда. Добрый вечер, сержант Эперштейн. Добрый вечер. Я буду петь. Кем гражданину приходитесь? Моего внучка. Документики готовим. А зачем документики? За фаер-шоу на дороге. Так, я все заслужил. Послушайте, ну праздник же, всем весело, вон народ веселится. Новый год, а дедушка у нас бывший клоун. А бывших клоунов не бывает. Так, девушка, словесный фейерверк прекращаем. Ребенка убираем. Так, ребенок убирается. Так, ребенок уходит. Так, Серега, давай, пакуй этого клоуна. И вы, девушка, проедете с нами. Я вас очень прошу. Так, Игорь, дай мне телефон, дай мне телефон. Зачем тебе телефон? Надо, дай. Да ну на, ну. Дай. Я вас прошу, проезжайте. Значит, в конце концов. Поясните, на каком основании вы задерживаете ветерана сцены? Телефон, говорю, убери. Телефончик убирай. Я требую комментарий представителей власти. Катя, отдай телефон. На каком основании вы его задерживаете? Катя, пожалуйста, это мой телефон. Господин сержант, можно вас на одну минутку? Пусть скажет на камеру, что нам инкриминируют! Товарищ Гиперштейн. Гиперштейн. Простите, Пепперштейн. Я уже устал от ее прибабаха. Вот серьезно. Ну, смотрите. Что-то же на полицию бросается. Ей-богу, тут осталось только понятие простительность. Я вам готов даже денег заплатить. Вы скажите, хоть сколько надо. Когда-нибудь имели дело с заслуженными клоунами? Поймите. О, бля. Сёгин, давай до свидания! Справедливость восторжествовала!
очень круто бежать. Ну, Митяй, ты там устроил приключения. Да, вроде оторвались от этих Купперштейнов. Ура! Круто! Да, круто! Ты сам как Купперштейн. Так, маску снимаем. Где у тебя шапка? Давай шапку надевай. Смотри на меня. Ну? Так. Митя, прости меня. Насчет Деда Мороза я была неправа. Да, чуть-чуть не брала. Спасибо, подметил. Так, нам пора ехать. Вызови такси, пожалуйста, я тебя потом скину переводом. Стойте, а те другие? Какие другие? Двое в черном, здоровые такие. Они в аэропорту и на базаре за нами следили. Да, двое в черном. Здоровые. А у них была такая штучка для стирания памяти, такая. Нет? Нет, я ее не заметил. Короче, я знаю одно единственное место, где от них можно спрятаться. Какое место? Где? У меня дома. Бежим! Yes! Вы что, куда? Я никуда не пойду! Роняя подруга в юга, да ну не дуло с юга, холода гонят по кругу. Фу, жара! Погоня! Агент Витя! Ну что, вроде оторвались в мой подъезд. Сейчас умру от обезвоживания. А я наоборот. Так, понял проблему? Да. Иди, открывай. Помогай. Раз. И два. Аккуратненько. Терпи, терпи. Все не понесемся. Екатерина. Увидимся, да? Давайте я помогу. Немножечко. Извините. Все нормально. Девочки, старики, налейте, мальчики пешком. Давай, давай. Так ты дотерпишь? Или, может, 106-ю постучаться? Да терплю. Ну, смотри. Твой выбор. Еще два этажа. Тогда давай шустрее. Вот они. Кто? Вурдалаки. Так ты не шутил, что ли? Конечно, нет. Понял. Все. Я никогда не шучу. Думаю, их цель – наш дядя. А? Но все может быть. И посерьезнее. Нифига себе. Yes! А ты кто такой вообще, а? Чувствую, тебя штучками для очистки памяти не удивишь. Страшно. Сейчас разворот. Ножки. Лекс, Лекс. Сосед, что ли? Ну... Дядя, вас логишь? Вот не надо было ему ключи оставлять, конечно. Каёк, ты что, не уехал? Получается, что нет.
Пойдем, подписываем. Давай. Так. Спасибо. Курточку. Так, туалет вот, правая дверь. Секунду, курточку сюда. Остап! Остапик! Остап! Мой хороший, мой мальчик, иди ко мне. Ну, хороший. Я с тобой не погулял, да? Так, всем привет! С удовольствием, да. В общем, шампанское там, закуски, походу, везде. Попробуй чувствовать себя как дома, мне нужна минута. О, привет, Игида. Так. Шарль! But what can I do? Okay, I try to find him. I will call him, yeah. I promise. Thank you. Шарлик, шампанское. Отвали, Катрин. Привет. Ты какого? С наступающим. Слышь, Батян, а может это реально какой-то знак? Ну, типа, завязывайте. Ой, мышка. Да. Юдив. Праздник. Да я вообще не знаю, как это объяснить, ну, понимаю, да, ну, недоразумение, такой форс-мажор, нервный срыв, новогодний кризис, все вместе, скорее всего, но главное, она едет домой, да, так что Миша может возвращаться. Какой? Конечно. Подожди, дай мне. Да нет, 100%. Я сама поеду и проконтролирую. Сейчас Андрей хочет поздравить снова. Юдив Яковлевна. С наступающим! Да, это Андрюша. Поздравьте. Ну, Андрей, что ли? Просто снова не, вот, и меня тоже спасибо. Вот что дело. Что Катя написала, что у нее планы на Новый год. Да, да, пусть Миша дома, знаете, играет. Абсолютно точно. Это, да-да-да, с наступающим! Где ключ? Какой ключ? Где ключ? От ее квартиры. Ты погубишь нашу дочь. Я тебя спрашиваю, где ключ от ее квартиры? Я не дам тебе ключ. Я тебе. Ну что, решка снизу, значит? Орел сверху. Снизу. Я лифты не люблю. А что у тебя, клаустрофобия? Боже. Вечер перестает быть томным. Здрасте. Здрасте. Ой, господа мужчины. Девочки, судьба нам благоволит. Молодые человеки, а не скрасите ли девичью компанию мужским присутствием в этот предновогодний час? Нюша, неси фужеры! Срочно два селевопле! Продолжаем разговор. А? Я же говорил, сверху надо было начинать. Ты знала, это же все его. Он же этот, чел крутой, которого по телевизору показывают. Супергонщик. Игорь, какого хрена? Я тебя не понимаю. Как? Ты же не просто странностями, ты больной. Шарик. Катрин, свали отсюда! Свали, я сказал! Свали! Задерживаем дыхание. Раз. Два, три, не выпиваем. Стоп, стоп, стоп. Ты понтануться решил? Тебя жизнь вообще ничего не учит. Ты чего не сказал, что ты это ты? Так, милая, мелкого забери и уйдите отсюда. Здесь мужской разговор. Она тебе не милая. Это Катя, Катерина и ИП Королева, помнишь? Стоп. Это ты чё, из-за этой в Монако не полетел?
Ты наплевал на контракт с шестизначными цифрами, который так висит на волоске вот из-за этой, прости, прости, господи. Как он упал? Он стоял и упал. В смысле, он сидел и упал. И вы стоите и смотрите, да? Молодцы! Или, так, стащи на колен, да? На колен, на колен. А, так, надо куртку снять. Снимай, снимай, снимай. Посмотри у него в кармане, может, у него астма. Скорую вызывайте, что стоите-то? Звоню. Так, Мить, помоги! Это вообще кто? Это дядя, мы его в аэропорту подобрали. Он обрегает, значит. В аэропорту, говоришь? Это же твой телефон. Так. Слушай, пульса почти, почти нет. Здрасте, а можно скорую, пожалуйста? Полицию, наверное. Зашибись, Новый год встретили. Мышка! Мышка! Я Наташа! Я перезвоню. Наташа. Мышка! Тихо! Опа! Не успеваю. Слушайте, может, лучше скорую, а? Какую скорую? Они не доедут. Тут он в больнице недалеко. Шарль, ты поедешь. Да сейчас, я во-первых, не вижу ничего. Я в хлам. Быстрее, он уже сидит! Шарль, за руль, я сказал! Ладно, я пойду. Так, аккуратненько. Опаньки, о! Так, и что, не едем? А тут три педали. И вот это. Ну, так это механика. Приехали. Так быстро, а? Лишь быстро, мне так. Мы продолжаем дежурить у больницы, куда на днях попал Евгений Фискин, пострадавший в аварии с лучшим гонщиком России Игорем Демчевым. Напомню, Демчев протаранил машину Фискина перед тем, как врезался в столб городского освещения. Врачи не дают никаких комментариев, значит, можно сделать вывод, что пострадавший в критическом состоянии. А сам это гонщик... Это же Демчев! Давай, снимай, Демчев! Быстрее! Демчев, снимай, быстро! Отойди, скажите! Ну, подберите руки, ничего вы не говорите! Да, отойди, давай, давай! Дистанцироваться мне надо в ногой! Руки убери, я говорю, отсюда, отойди! Никаких вопросов! Никаких вопросов, я сказал! Все, отвалите! Отвалите в сторону, не видите? Мешаете! Тихо! 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 Без комментариев, закрывай! Подождите, подождите! Ай! Спокойней, спокойней. Пойдем. Будете помнить, с какой стороны веревочка на хлопушке. Шарль знает? Что? Каршеринг в аэропорту. Сейчас опять за руль не сел. Я наблюдательная. Не успел сказать. Чего? Не успел сказать? Дайте, пожалуйста, я один кадр сниму, вот буквально, вот сюда. Мышка, я, кажется, придумал. Бей. Чё? Бей сильно, но аккуратно. Только... Вот.
Татьяна, а что только-то? Это после аварии? Да. А как за руль сажусь, ему лицо перед глазами. Учиться мне лобовое. Простиша. Вот и конец прекрасной эпохи. Шар. Так, уважаемый, пара. Так, пресса, расходимся. Человеку Бог, расходимся. Проходите. Он умрет, а мы даже имени его не знаем. Да. Пойдем. Так. Вот тебе бумажка. Пиши желание. А простите, у кого-нибудь зажигалка есть? Спасибо большое. Знаешь, что я сегодня поняла? В чудеса надо верить. Они правда случаются. И часто. Просто когда мы взрослыми становимся, мы перестаем их замечать за своими проблемами. Пиши. И ты пиши. Ну, рановато, и не шампанское, конечно. Ну, не важно, да? Да, конечно. Простите, а у вас еще бумажечки не будет? Так, что тут у меня? А что это у нас за запах? Так это запах Нового года. Вот тебе передавай. А это чье? Это пацана. Ясно. Спиртное потерпели? Нет. Ну, почти. Как случилось? Ну, как, шел по улице, подскользнулся, упал. Упал, очнулся гипс. В смысле гипс? Нет, давайте без гипса как-то. Нам ехать надо. Ага. На МРТ. Калач к нам бросьте. Олечка, на дедушку успели карту оформить? О. Так документов нет. Вот только-только МРТ принесли, Сергей Анатольевич. Что случилось? Да, устроили вы нам Новый год. Не больница, а прям бойцовский клуб какой-то. Так, а что произошло? Скажите, пожалуйста. Я ему вообще кто? Альфа-самец на колесах. В его возрасте, простите, уже пора о душе думать, а он в следующий раз еще сильнее получит. Я не знаю, вы вообще о ком? О дедушке вашем. Так он живой, что ли? Тут не морг. Это с виду она хрупкая, рука. Зуби, конечно, не вернешь, а в остальном он огурец. Мы бы с радостью вам его сегодня отдали. Хаваю. Но поскольку у дедушки нет никаких документов, и вы не его родственники... Мы родственники. До установления личности он побудет здесь. А если никто не найдется? Ну, в таких случаях есть специализированные заведения. Дом престарелых. Я прошу прощения, у нас праздничный стол в 9. С наступающим. И вас. Дайте 5 минут. 5 минут. Простите нас. Не настоящий дядя из Чикаго. Наверное, это все, что мы можем для вас сделать. С
С Новым годом. Ой, где Шарль? Да он не полетел. И не полетит. Я не могу этого объяснить. А МРТ, это вообще больно, нет? Резать будут? Да, я понимаю, Аристарх Сергеевич. Но я не уверен, что я могу как-то на это повлиять. Да, я прекрасно помню, что нам грозит срыв контракта. Спасибо, что еще раз напомнили. В общем, мой третий день – это кромешный ад под Песота. Спасибо за донат, Бузи 93. Пока этот баловень гоночной судьбы развлекается, я не ем, почти не пью, не хожу, не говорю. Подробности и подноготное этого адского королевства под названием больничка будут тут. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следующий стрим ровно через час. Хайпуешь, да? Молодца. Человек места себе не находит. Мается. Оплатил тебе все по полной программе. С учетом морального ущерба. А ты в блогер-миллионнике тут заделался на чужой беде, да? Да у меня беда вообще-то. Да у меня травмы, несовместимые с нормальной жизнью. А ну и давай покажем твои подписоте. Какой-то у нас несовместимый с жизнью. Ноги убрал. Так. Так, как тут это делается? Ага. Так, кнопочка онлайн. Слышь! Экстренный стрим под Песота. Только что меня нагло атаковал помощник Фигончика Демчева. Не верите? Глядите сами. Видите? Ворвался, начал угрожать. Бузя 93, да, отвечаю тебе. Ворвался, начал угрожать, но подскользнулся и упал. Может, пьяный, я не знаю. В Новый год много людей подскальзывается. Чего меня сегодня все бьют-то? Смотрите, этот упырь идет на меня. Ну, конечно, сейчас будет избивать за правду. Оплатили они все. Да вы мне до конца дней платить будете, понял? Ах ты, гнида хайповая. Че думаешь, все можно, мажорчик? Че думаешь, хозяин жизни? Ну все. Шарк, я сам. Чудесное исцеление, Евгений. Только без синяков, Игорюк. Постараюсь. Молодец. Я почти поверил. Игорь Андреевич, вы не так все поняли. Ну, я все понял правильно. Евгений, у вас такое свежее лицо. Как вы себя чувствуете? Не так быстро. Это тебе не стрим. Уважаемые, не толпимся. Отойдем. Отойдем. Игорь, дайте комментарий, пожалуйста. А что вы делали в больнице? Пожалуйста. Пару слов, буквально пару слов. Как вы думаете, ваша карьера закончилась после случившегося? По одному. Все, тихо. По рации, Тушкаков. Скажите, как профессиональный водитель мог оказаться за рулем нетрезвым? И как на это отреагировали организаторы гонок? Вы поэтому не поехали на ежегодную конференцию в Монако? За что избили Фиськина? Да. Так, коллеги, коллеги, минуточку внимания. Добрый вечер, меня зовут Екатерина. Я новый пиар-менеджер Игоря. Я буду счастлива ответить на все ваши вопросы. Шаг назад, пожалуйста. Спасибо. Мы не проникли сюда, а мы привезли сюда родного дядю, вот этого мальчика. Ага. Сегодня его дядя прилетел из Чикаго, и ему внезапно стало плохо. И именно Игорь оказался тем неравнодушным человеком, который смог в критическом состоянии доставить его в кратчайшие сроки сюда. И именно поэтому лучший российский гонщик, который до этой злополучной аварии не получил ни одного штрафа, не улетел сегодня в Монако. Он спасал жизнь, как вы выразились, старику-инвалиду и спас ее.
Не верите? Можете спросить в регистратуре. Я ответила на все ваши вопросы. Вы не сказали о нападении на Фискина в прямом эфире. Отличный вопрос. Мы уже выложили всю необходимую информацию на наш официальный сайт. Спасибо. Митя? Сайт. Да, подождите. Да вы мне до конца дней платить будете. Понял? Что, думаешь, все можно? ИП Королёва, ну я в восхищении, правда. 10 в пиаре. Это я еще не жестила. Катрин. Шарлик, скучала. И я. Ой, что? Стреляли. Малой, давай. На пасаран. Остановись-то. Ты извини, что втянул тебя в эту аферу. Да, я сам с удовольствием втянулся. Ну, было приятно. Если тебе когда-нибудь понадобится пиар-менеджер или водитель, то обязательно воспользуюсь. Я это... украл у тебя. Можешь подписать на память? В школе все сбриндят от зависти. Послушай, я уже давно не тот, от кого бриндят от зависти. Так, позволь человеку самому решить, м? Да и ручки у меня нет. Ручка у тебя есть. Ух ты, реклама. Тогда давай спину. Так. А хорошая ручка. Мечтайте максимально дерзко, пусть ваши желания обязательно сбываются. С Новым годом! Так, а кто на разлим-то? Куда вы пошли? Ну? Фать, ну что остаешься, а? Чё ты там не видела в своих четырех стенах? А то вместе поедем. Правда, Кать, ну тут файн. Look, no need to be alone. А вот и тот самый дядя из Чикаго, которого вы встречали, да не встретили. You must treat her. Come on. Nice to meet you. Следующий. Как необычно он у вас разговаривает. А бинокль зачем? Он президента хотел увидеть. Уверен, что он в Спасской башне живет. Souvenir from America. Oh, thank you. Привез целый чемодан. А теперь всем раздает мещанство это. Папа, надо меньше пить. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Понял? Да, пап, я скоро буду. Катенька, в общем так, Миша не подъедет. Мы с твоей мамой кое о чем договорились тут, да? Да, доченька, мы решили, что больше не будем вмешиваться в твои дела. Но только если ты сама об этом попросишь. Да, Андрюш? Люблю тебя. Послушай, Катюш, вот красивых, сильных, умных людей жизни испытывает на прочность в первую очередь. И никакого рецепта тут нет. Да. Даже у твоей мамы. М? Люблю тебя. Хотя один есть. Ты его знаешь. Поступай всегда так, как подсказывает тебе твое сердце. Оно не подведет, дочь. Спасибо, пап. С наступающим. А у вас сегодня посещение пациентов до... Как 10 минут осталось? А, подождите! Подождите меня, я уже бегу!
Теплый еще. Девушка, куртку снимите. Я хочу его забрать. Девушка, вы куда? Дедушка на коляске, которого зуб выбили. Что? Как? Молодой человек, гардероб для кого? Моя подруга вьюга, давно не дула с юга, холода гонит по кругу. Уйдет. Не уйдет. Даже я услышал. We'll be right back.
Подождем. Вот, прямо здесь нашел. Так. Еще одна! Ну что ж, мы как зайчики-побегайчики. Весь вечер скачем за тобой, а? Серьезные люди посылку ждут, нервничают. А ты все от нас бегаешь. Нехорошо, дедуля. О! Нашли, наконец-то. Старый, с бородой из Чикаго. Рыжий чемодан. Он без посылки. Но зато на колесах. На каких елки-голки колесах? Два дебила! Владик, это конец? Масичек, не волнуйся. Я так готовилась. Я целый сценарий придумала, а теперь... Что мы будем взрывать под бой курантов? Масик, ну посмотри на наш винный бар. Гости этого даже не заметят. Владик, ты не понимаешь? Точно такие же хлопушки были у Юлианы Карауловой в прошлом году. 24 карата. Я, между прочим, специально в Америке смотрела. Такие Бетти Джонсон остались только на черном рынке. 10 за все про все. Масик, 10 тысяч долларов за хлопушки? Владик. Это черный рынок. Биткоинов, конечно. Значит так, Эдуан. Наш босс, шеф, или как там у вас, он нас всех на конфетти порежет. Где? Хлопушки! Эй! Эй, отошли от него! Отошли от него, я сказал! Это кто там гавкает, а? С тобой свинья не гавкает, а разговаривает. Игорь Демчев, слыхал про такого? Ну, во-первых, я не свинья, а мышка. Опа, тогда извини. А во-вторых? Нет, лезьте! Джоб, где анкл? Круто. Ты привидела, как свете. Ой, слушай, а помнишь, у нас были такие в прошлом году на Новый год на Мальдивах? Здрасте. Привет. Гарик, привет! Да. Привет! С какими судьбами? Да. Слушай, господи, ты как здесь оказался? Да, слушай, по стечению обстоятельств. Ну, как видишь. Да, интересно, у тебя тут обстоятельства стеклись. Слушай, может быть, ты с нами поедешь, раз уж ты совсем разобрался? In the army we would be sent to the tribunal for what you did. You were supposed to be on time. And that goes for you, too. What's the Russian word? Раздолбай. Раздолбай. Thanks. Yeah, I know I said that I owe you one, and I'm sorry. You do, son. I was asked to deliver. And I delivered. But I'm not going to pick this shit up for you. Let that be a lesson to you. Главное, аккуратно вот опять. Правда, у меня
Гирлянда взорвалась. Ну, может, ты жил, да? Зато елка у меня какая. Хорошо будет. Так. У нас будет самый настоящий Новый год. Прям супер вери грейт. Ну что, еще? Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни. Дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди словно по молчаливому согласию свободно раскрывают друг другу сердца и видят своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, таких же людей, как они сами. Пусть же Новый год принесет тебе счастье. Тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. Пусть каждый новый день жизни наполнит отзывчивость и надежда. И тогда каждый Новый год всегда будет счастливее старого. И пусть каждый час свершаются маленькие и большие чудеса, пусть даже незаметные твоему глазу. Ведь сама вера в чудо, вера в жизнь, вера в человека иногда намного важнее и сильнее самой невероятной сказочной магии. Yeah. Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники. Что такое счастье на твоих запястьях? Снег, снег. Сердце бьется чаще, и я все это видела во сне, во сне. Ключи забыла! Тихо-тихо пел туман колыбельную домам. Yeah.
Что такое чудо? Это когда чувством в ответ. В ответ. Люди, вы цените, ведь любовь в дефиците вполне. Может, это возраст такой, я знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Ты со мной классный, я с тобой тоже. Значит, быть может. Все изменило навечно. Наша случайная встреча. И мы разные люди. У нас разные судьбы. Но только с тобой. А я вас знаю, это же та бабушка, что там курит. Не-не-не, он вообще ничего не курит. Я тебе серьезно говорю. Христофор. Можно просто Христофор. Дядина. Моя бабушка. Уйдет. Не уйдешь. Слышь, батян, а может, это сосуля, это какой-то знак? Ну, типа, завязывайте. Слышь, мышка, а чё тебя такое погоняло, мышка? Да не знаю. В детстве прилипло как-то. Мышка, мышка. Может, потому что фамилия Машков? Ну что, Машков, пойдем. Подъезд почитать надо. Трубку курит бабушка моя. Нам пора. Любезный, я так поеду тут на постоянку. Пригляните за машину 6 кило. Не могу. Не могу огорчать вас отказом. Трубку курит бабушка моя. Вообще-то у меня есть два штрафа за парковку. Ну, придется делать это подражание. Ну, и про регистратуру тоже направ. А тебе стоило поучиться? Так я учусь. А мы с тобой встретимся в следующем году. Happy New Year! Ты тоже.